роковая ошибка. The rescue chopper's leaving. Damn, man, we just missed him. Okay, nobody panic. I live around here, and that chopper looks like he's heading to the mall. It ain't far. I can take you there. Let's go then. Видишь, смотри. Ставь видео. Ну нахер. Ты держался достойно. Конечно, встала. Я, во-первых, встала, дочила, дочил. Что сказать, мы пытались ебаться. Он вставлял мне свой член. Без рофла я тебе сейчас говорю. Ну нахер. Да вы такие не очень хорошие люди, а? Сука, это там за такое, знаешь, что делают, короче? Смотри, если ты необоснованно такой кому-нибудь скажешь, это пиздец. Ты несешь за хуйню очередь. Ебать, иди и забейся в угол и рыдай там. Приедь ко мне, я тебя обосную на месте. Только ты станешь петухом тогда, в общем. Ты понимаешь это? Что по этому поводу скажете? Это разборка питерская. Ничего не печет, я тебя просто чмырю. Че ты приебал? Пруфы — это детское слово. Какой пруфы? Есть общественное мнение просто насчет тебя, блин. Оно показывает то, что ты чмо ебаная, которая, сука, сосет на папе, его кикают, и оно пишет репорты, выкидывается в спеках, матерится, а потом забивает 2 на 2, таковые, и, сука, дожжит это все ебать. Ребята, давайте жить дружно. Инк, когда выйдет Left 4 Dead 3? Не знаю, бро. Разрабы давно забили на игру. Мне кажется, сам ее быстрее выпустишь. Если запишешься на курс 3D-художника онлайн-школы Contented. Чё? Contented — это крупнейшая профильная школа дизайна, которая поможет воплотить ваши мечты в реальность и даст именно тот опыт, который пригодится в работе. На курсе 3D-художника вы научитесь создавать целые миры и сможете открыть себе путь в геймдев. Кто знает, возможно, именно вы будете работать над Left 4 Dead 3. Да. Шутки шутками, но профессия 3D-художника очень востребована. По итогу работы вы будете иметь готовое портфолио, опыт работы с реальными заказчиками от крупных дизайн-студий, а также строчку в резюме «Опыт работы» благодаря стажировке и личный номер Гейба. Но это не точно. За 18 месяцев вы научитесь работать в Cinema 4D, Blender, Maya, создавать уникальные 3D-модели, моделировать и анимировать персонажей, делать 3D-ролики для рекламы и многое другое. После защиты итоговой работы вы получите сертификат государственного образца. В ноябре в черную пятницу в Contented по моему промокоду INK будут действовать скидки до 60% и 2 курса в подарок. Ссылка в описании или по QR-коду. Я горю! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье, а решил ко мне лезть, ты, засранец вонючий, мать твою, а? Ну иди сюда, попробуй меня так... Зачем вы кикнули тренера? Потому что он отсталый, как и Элис. Вы могли спасти его. Да, в жопу этих распродажников. Чёртовы нубы. Типичное сражение. Игроков больше заботит свое эго, а не игра. Золотые слова, что? Золотые слова. Thank you.
up, literally! All right, let's go. What? Where the hell are you shooting? We got a boomer. That's nasty shit. God damn it. Stop it. Такое ощущение, что я горю. I don't have a good feeling about this. Как это могло случиться? Everybody having as much fun as me? Damn it! You guys ready? Ow! Smoker! Tank! God, this must have been horrible. No, no, no. Do shit! Get ready, we got a tank! Что? Да, танк забаговался. Он в этом танке играл, да? А, он завис. Он вышел, и он вышел. Теперь я забаговался. Ну ладно, в принципе. Спасибо за игру, как говорится. Вот это что такое? Чё это? Да чё так? Yeah, he's hacking. Bruh, look at this dude. Wait till you see the... No, 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 no. The boat! Stop shooting me! Reloading! Here they come! Вы когда-нибудь замечали, сколько по-настоящему тупорылых людей может вам повстречаться в течение дня? Вот типичный пример малолетнего дебила. Да как вы можете? Это возмутительно. Это несправедливо. Вообще похуй, абсолютно. Только у нас широкий ассортимент латексных шаровар, презервативы с усиками и чубом, помпушки-кляпы, а также массажное масло с ароматом чеснока для эротичного втирания в сало. С нашим потрясающим магазином аккаунтов вы забудете, как дрочить, потому что соединитесь на фрыком лицухи. Наш магазин лучше спорной штуки, потому что можно получить так мало, а дал так много. Вперед за истиной! Oh!
Ну ты видел? Видел? А? Гениально. Очередной был на сервер. Хотите увидеть немного магии? Короче, перешел такой на Back 4 Blood. Думаю, ну, наверное, нагрузка не хуевая. Ну, купил. Полная хуйня какая-то.